Выражаем благодарность нашим спонсорам. Ссылки в описании. Всем привет, с вами Марти. В этот раз я снова заглянул в страйкбольный клуб «Атака», город Волгоград. Больше уже в тренировочных целях. Решил погонять еще раз по полигону городского типа. Кто не видел предыдущий летсплей, можете его посмотреть. Там я немного рассказал о клубе, где он находится, какая обстановка. Ну а в этот раз я не буду тянуть кота за все подробности, мы сразу приступим к игре. Кстати, если живете или бываете в Москве и любите экстрим и в частности небо, обращайтесь в магазин «Небо в подарок». Вы сможете полетать на всем чем угодно – параплане, дельтаплане, вертолете и даже реактивном самолете. Незабываемые впечатления обеспечены. Ссылка, как обычно, в описании к видео. Добавьте в избранное прямо сейчас. Первый сценарий очень простой – захватить флаг противника и не дать ему захватить наш флаг. Все, там не тут они. Какое? Вот впереди. А, противник. Справа! Справа! Убит! Убит! Да, и насчет моей невнятной речи не удивляйтесь, это из-за маски на лице. Да, я люблю свои зубы и не спешу с ними расставаться. Хоть с траектории я и промахнулся, но противника поразил. Магазин. Готов. Продвигайтесь дальше. О, есть. За зданием справа. За зданием справа он. Есть, снял. Снял, снял. Флаг с этой стороны можно поставить. Забери флаг, на машину положи его. Так, ладно, надо бить вас. Наблюдай при движении слева. Так, я сейчас прорусь туда. Туда ближе кого? Когда я выбегу, стреляй. Нет, пока не за этим брустером. Так, нужен еще человек сюда. Пробегай. С этого угла работай, я отсюда. Еще нужны люди, чтобы продавливать. Сюда нужны люди, чтобы продавливать. Еще. К стене. Так, короче. Тебе нужно вот за эту стеночку прям спрятаться. Выгляни. Видишь? За нее. Да, да. Прям бежать, я прикрою. Давай, давай.
Пошел? Да. Есть. Из-за нее работай. Отлично. Еще нужны люди. Подкрепление. Дальше продавливать. Выгляни, он за стеночкой. К нему же давай. Вон, наш. Давай. Пошли, идут. Магазин. Работайте. Готов. Оп. Работайте. Они за колоннами. Снял. Снял. Конец раунда. Конец раунда. Раунд окончен, меняемся сторонами и работаем по тому же сценарию. Так, я готов. Убит. Есть четверо? Есть, давай. Пятый, да, пошли. Напомню, что полигон имеет форму кольца и атаковать можно с двух сторон, поэтому я иду во вторую сторону. Убит. Убит. Пошли. Открой. Один за колонну. Магазин. Сейчас же я что-то встал, блядь.
Раунд окончен, переходим к следующему сценарию. По нему наша сторона должна доставить бомбу в домик противника и активировать ее. Занимайте позиции, продвигайтесь справа, пробегай за стенку пробегай. Их вынесли, пробегай дальше за стенку, еще к нему. Еще давайте. Еще, пошли. Так, короче, пошли. Че сели? Прикрой меня. Постреляй туда. Есть. Опс, снайпер. Где? Там, за углом. Давай. Так, ко мне кто-нибудь, давайте, на мое место. Бегом пробегай, не заденут. Оп, работай с этого угла вон туда, налево. Я сюда пошел. Так, я продвигаюсь дальше. Это, я пробегу, постреляй, я пробегу. Стреляй. Отставить огонь, я пробегаю. Сейчас сюда приду. Внимание. Да. Я снизу. Давай. Я с той стороны тоже. Я здесь. Ты сверху, я снизу. Да, убит. Убит. Тут ничего не высмотришь. Там же нет никого. Вон, прям по центру за колонну. Да, понял. Я справа обхожу. Так, парни, я пробегаю, не стреляйте. Надо занять, наверное, эту позицию. Да. Забеги туда по-быстрому. Я его снял, отлично. История наподобие, ты иди первым, а я за тебя отомщу. Подкрепление сюда, бегом! Убил? Да. В укрытие давай. Сюда. Справа от меня, внизу. Сидя. Сидя и справа работай. Справа. Парни, продвигайтесь, мы их мертвяки держим. Продвигайтесь!
Так, один. Парни, давайте сюда, сюда бегом. Мы их держим. Справа сверху работай. А тут у нас справа сверху. Да, сверху, сверху. Я работаю внутри. Один за двумя колоннами. И примерно два. О, отлично, работай. Здесь свой. Парни, продвигайтесь вперед. Наш боец несет бомбу ближе к их зданию. Пробегай. Наша бомба уже близко. Так, сейчас я, прикройте. Я его снял под... Я снял под УАЗиком. Отлично. Парни, нужна поддержка мне. Ушел. Все, сняли. Поддержка нужна мне. Парни, ко мне поддержка нужна сверху. За УАЗиком чисто. Парни, ко мне кто-нибудь свободный. Ну ты там стой. Ладно. Сверху он до мной работает. Там девочка. Я обратно, ладно. Давай. Стой. Ты лучше спрячься за меня. Че, может к ящику перебежи? Ну побеги попробуй. Давай. Раз, два. Давай. Есть. За УАЗиком чисто. УАЗика нет. Да. Мячик. До. По ногам стреляй, по ногам ему. Есть. Держи так. Так, короче, парни, надо справа прорываться. За УАЗиком чисто. Наши держат ноги. Перебегай. Да, справа. Справа перебегай к укрытию. Парни, поддержка нужна здесь. Оббегайте вдоль окна. Вдоль окна отбегайте. Все, снял. Конец раунда. Ну что ж, на этом летсплей заканчивается. Думаю, неплохо постреляли. Следующий летсплей я постараюсь записать в стиле зомби-выживастика. И такие игры проходят в клубе Атака. Но это будет скорее через 2-3 недели, потому что в ближайшее время я уеду в отпуск. Ну что ж, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, в описании есть много полезных ссылок, и играйте правильно.